Более 10 тысяч лет люди занимаются сельским хозяйством. Земледелие помогло человечеству выйти из пещер в цивилизацию. С тех пор традиционные технологии сильно изменились и должны быть переосмыслены. Представьте, к 2050 году нам нужно будет накормить около 10 миллиардов человек. Чтобы это стало возможным, мы пересматриваем подходы к сельскому хозяйству. Мы производим семена, способные дать максимальный урожай. Эффективно и бережно защищаем растения. Мы анализируем множество данных, чтобы прогнозировать погоду и улучшать состояние растений. Это сельское хозяйство сегодня. Представьте, что мы будем делать завтра. Мы создаем прогресс. Следуя этой цели, мы объединили две компании. Представляем Corteva AgriScience.